гостиница «Космос». Здесь будет в январе месяце проходить. В конце января, в начале февраля будет проходить «Аэрофлот Олбан». Ну все, мы приехали. Так, я еще проведу, покажу вам немножечко со стороны электробус. Вот он так вот выглядит. Так, ходит по 76-му маршруту. Не дождусь, когда уберут эту монорельсовую дорогу. Уж лет 10, наверное, говорю о том, что очень она портит вид вот на эту замечательную арку. На ВДНХ много чего отремонтировали, но говорят, что эту монорельсовую дорогу скоро все-таки снесут, поскольку она абсолютно затратно и абсолютно не оправдывает даже свою эксплуатацию. Я уж не говорю, что не приносит дохода. Ну а картина на ВДНХ привычная. Сегодня, как мне сказали, градусов 15. Ну я что-то не очень чувствую, что это 15 градусов. Вот, ну вот зима, видно, что зима. Видно, что холодно. А 15 ли это градусов или нет? У меня по ощущениям градусов 10. Ну, может быть, потому что я выскочил из теплого электробуса. Так, красный огонь, но никаких машин нету. Такси стоят, поэтому спокойненько нарушаем правила уличного движения.